Книга «Открытым оком», тема «Объединение», том 10, вопрос 2345. То, что на обозрение всех сообщают по интернету, оно вполне ли соответствует действительности? Нельзя ли хотя что-то и оттуда дать и нам для ознакомления? Говорю об объединении церквей православных. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ни о душе, ни о Христе, ни о Библии речи там нет, но сплошная политика и власть. Есть вполне сознанием дела составленные сообщения. Пророк Иеремия 15:19. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Цитата. «14 священников Восточноамериканской епархии РПЦЗЛ выразили митрополиту Лавру и членам собора свою озабоченность, цитата, «молниеносной быстротой развивающихся событий», сообщает журнал «Наша страна». Далее группа священников умоляет иерархов РПЦЗЛ не принимать на соборе никаких решений, которые были бы противны нашей пастырской совести, и недвусмысленно предупреждает о своем выходе из подчинения в противном случае, так как, цитата, «это насилие будет нестерпимо. Мы не можем в один день перечеркнуть всю историю Русской Православной Церкви за границей». 7 с лишним десятилетий Русская Православная Церковь Московского Патриархата чистила РПЦЗ в хвост и гриву, то обвиняя в сотрудничестве с Гитлером за подаренный им собор в Берлине после войны, впрочем, отнятый РПЦЗ МП, то заявляя, что, цитата, «эмигрантскую церковь с ее духовным центром Джон Дарвиллем под Нью-Йорком содержит ЦРУ». Карловчане, так часто называют членов РПЦЗ по городу Сремские Карловцы, где они в 1927 году заявили о самоуправлении, в свою очередь утверждали, что все руководство РПЦ, РПЦ, МП, ГБшники, что под играми в экуменизм в составе Всемирного Совета Церквей скрывается жидомасонский заговор. Цитата. Они договаривались до сущей ереси, будто бы таинства в храмах РПЦ, МП, цитата, «безблагодатны». За исключением случаев, когда их священник, честный священник, замечает настоятель Московского храма царственных мучеников на Головинском кладбище протоиерей Михаил Ардов. Отношения враждующих сторон еще более обострились после распада СССР. На территории Новой России, как грибы, стали расти приходы РПЦЗ. Из патриархии к карловчанам бежали как провинившиеся пастыри, так и жесткие консерваторы, недовольные либерализмом своих епископов. Патриархия в долгу не оставалась. При помощи ОМОНа выгоняла, цитата, «внутренних эмигрантов», из церквей при поддержке Арафата захватила несколько храмов и монастырей в Святой Земле. Кроме боли и стыда, вся эта история у простого верующего люда само собой вызвать ничего не может.
Воссоединению расколотой русской церкви нужно только радоваться, но при этом твердо держать в памяти, что речь идет о высокой политике, пусть и церковной. Переговоры, которые пройдут 17 по новому стилю 24 ноября, следствие интриг, разворачивающихся в последнее время на высших этажах Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Русской Православной Церкви за границей. 2 года назад был смещен престарелый иерарх карловчан митрополит Виталий Устинов. Главой заговора стал архиепископ берлинский и германский Марк Арндт. Урожденный немец, протестант, перешедший в православие, долго живший на Афоне, потом вернувшийся в Мюнхен и окруживший себя русской паствой, преимущественно из потомков, в кавычках, первой и ветеранов, в кавычках, второй волны миграции, он верит в святую матушку Русь больше, чем в царя небесного. Цитата. «Ни для кого не секрет, что владыка Марк, часто посещающий Россию еще с конца 80-х, очень хотел бы получить обширную епархию где-нибудь в северо-западных пределах Российской Федерации», сказал корреспонденту. «Ни один из мюнхенских прихожан архиепископа Марка. Главной препоной к достижению цели до недавних пор служил Марку вовсе не либерализм РПЦМП, но консерватизм владыки Виталия. После смещения старца его место занял бывший управляющий синодом РПЦЗ митрополит Лавр Шкурла. Почтенный архиерей, но скорее функционер, чем идейный вождь. Серый кардинал Марк, еще лет 7 назад именовавший граждан России совками и утверждавший, что главная задача церкви в их, нашей, принудительной русификации, возглавляет ныне высокую делегацию. Без преувеличения, он главная пружина переговоров. Но кандидатура владыки Кирилла многих не устраивает как в лоне церкви, так и в коридорах светской власти. Что касается РПЦЗ, то архиепископ Марк митрополита Кирилла, скажем так, любит куда менее горячо, нежели патриарха Алексия Редигера, к которому тянется отчасти в силу общих немецких корней. Карловчан манят русские просторы, патриархийцев дальние страны. Один из острейших вопросов, стоящих сегодня на повестке дня перед РПЦМП, это учреждение, цитата, «митропольичьего округа» в Западной Европе, собирание всех приходов, подчиняющихся патриархии, РПЦЗ и Константинопольскому патриарху, под свое широкое крыло. В этом пункте пересекаются интересы двух частей русской церкви. Карловчане, знамо дело, надеются, что вся власть в Старом Свете придет к ним. Но патриархия ведет свою игру. Обсуждая будущее православия в Европе с тамошними архипастырями, Алексий II направил письмо карловацкому епископу Женевскому Амвросию. Не говоря уж о том, что письмо было направлено в обход синода РПЦЗ, епископ не получил его официально. На его факс пришла лишь, цитата, «слепая» копия исторического документа. Синод не стал обижаться на патриарха Московского и всея Руси, но своему епископу на интриганство попенял. Инцидент исчерпан, однако переговоры и по этому пункту могут принять оживленный характер.
Еще одна важная точка совпадения интересов. Ликвидация непокорных приходов и монастырей так называемой Свободной Российской Церкви во главе с митрополитом Суздальским Валентином Русанцевым. Питомец патриархии. Он ушел в 1989 году в лоно РПЦЗ. А когда архиепископ Марк стал против него строить козни, вместе со своей паствой стал жить-поживать особняком, посчитая раскол за благо. Владыка Валентин – человек с характером. Даже после обвинения в педофилии и условного осуждения он не сдается врагам на милость. Избавиться от него одной патриархии оказалось не по силам. Объединившись с РПЦЗ, можно будет объявить, что православие в России одно, никаких других нет, и загнать валентиновцев в глухое подполье. Наконец, последнее, по порядку, но вовсе не, значимости, цель слияния – удвоение сил в войне с католиками. Даже живя в Мюнхене, владыка Марк в этом преуспел, не упуская случая лишний раз побрататься с протестантами, тем самым подчеркивая, католики, они главные враги православия и есть. В чем-чем, а в этом у РПЦ МП и РПЦЗ вряд ли обнаружатся разногласия. В любом случае, мы накануне события, последствиями которого может стать передел церковной карты мира. Не только православной. И даже не только христианской. С ростом могущества Московской Патриархии, с ее фактическим первенством среди всех православных церквей, мир станет трехполярным. Совершенно новый характер приобретут отношения православных с католиками и мусульманами. А причем здесь конкретные люди, рядовые верующие, это уж пусть каждый из них сам думает. Кроссворды. Их тысячи сеткой пестрят. Охранник уткнулся, забыл об охране. Рабочий склонился, забросил верстак. И в клеточке буковки тычет упрямо. Кросс, крест, означает «поставь поперек». А «ворд» переводится «слово» так просто. На помощь словарь к эрудиции прет. Им энциклопедию нужно коростать. Допустим, попутчиков помощь не в счет, а все же приятно все клетки заполнить. Иное словечко их так припечет, что слышно, как с крыши несчастный завоет. Нет счета количеству всем вариантам поставить слова, чтобы буквы внахлёст. Начнешь разговаривать, глупость баранов, достойная многих и жалостных слез. О, сколько кроссворды сожрали минут, часов и столетий, но каждый заметил, как с глупостью жуткой лоб морщат и мнут, распутать пытаясь узлы сотни петель. Читал и кроссворды библейских журналов, как будто бы к знанию автор влечет. Проходят часы, и активность упала, уперлась, застыла, зависла, молчок. Вредность кроссвордов набить бы по морде, поставить зарок на преступную трату, найти, кто их выпарил в дутой реторте, вернуть породившему все их обратно. У древних народов не знали кроссвордов, у них наши звуки писались значками, их не переплетали бездельным уродцам,
И было великое слово в начале. Священным писанием сердце наполни, мудрость духовную нужно ценить. Дорогою светлою к небу, не в штольне, на проповедь слова направь свои дни. 10 сентября 2004 год. Игнатий Лапкин.